Представляем вашему вниманию социальную сеть нынешних и будущих владельцев автомобилей твойавто.ком. Здесь вы можете общаться, обмениваться опытом, получать интересную информацию о мире авто, продавать и покупать автомобили, экономить на запчастях, топливе и даже зарабатывать. Социальная сеть твойавто.ком запустила для своих пользователей уникальную топливную программу, позволяющую получать скидки на каждый заправленный вами литр топлива. Теперь ездить на автомобиле стало гораздо выгоднее. Все, что вам нужно – зарегистрироваться в социальной сети и заказать почтой топливную карту, расплачиваясь которой, вы будете накапливать бонусы 50 копеек с каждого литра топлива, которые в конце месяца будут зачисляться на вашу карту. Таким образом, заправляясь на любую сумму, каждый литр топлива вам будет обходиться дешевле на 50 копеек. Но на этом ваши выгоды, как пользователя социальной сети, не заканчиваются. Приглашая в социальную сеть своих друзей, вы будете получать бонус 10 копеек с каждого заправленного ими литра топлива. А их рекомендации принесут вам по 5 копеек с каждого литра. И это еще не все. Вы будете получать до 7 уровня рекомендаций по 2 копейки. Давайте на примере рассмотрим ваши выгоды от участия в топливной программе социальной сети «Твой авто». Представим, что вы заправляетесь на 200 литров в месяц и пригласили 5 друзей в социальную сеть. Каждый месяц вы будете получать возврат на карту 100 гривен. Очень неплохая экономия, не правда ли? Заправки 5 ваших друзей будут приносить вам бонусы на сумму 100 гривен. Через какое-то время ваши друзья тоже подключат в среднем по 5 человек, и ваш бонус составит 250 гривен. Дальше интереснее. Третий уровень рекомендаций – 500 гривен. Четвертый – 2500 гривен. Пятый – 12500 гривен. Шестой – 62500 гривен. Седьмой – 312500 гривен. Итого 390850 гривен в месяц за то, что вы просто экономите и даете экономить своим друзьям. Конечно же, для примера мы взяли средние показатели. Ведь кто-то пригласит 10 друзей, а кто-то ни одного, так как просто будет экономить. И многие скептики могут сказать, что это нереально. Но даже если результат уменьшится в 10 раз, то 39 тысяч гривен – это тоже неплохой дополнительный доход на оплату топлива, комплектующих и запчастей. Все эти деньги вы можете направить на пополнение топливной карты и получить в виде бонуса на банковскую карту. Спросите код приглашения у того человека, который дал вам эту информацию. Регистрируйтесь в социальной сети и заказывайте топливную карту прямо сейчас. Твой авто. Только для продвинутых автомобилистов.